Ua! Hai, dă-o ce mai tăcoare, hai! Băi, sribiata-mi pridumări, văd tăcuiu! E gru! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Мы по вам уже так соскучились! Да-да-да! Вот, а я на вашей планете нашел такую странную штуку. У нас на нашей планете такого нету. Там, за окном, какое-то... Ой, понятно, я... Подожди, что такое-то белое. И оно такое легкое-легкое, оп! Лёлик, я знаю про что ты. Это снег. Это снег. А что такое снег? Снег? Ты не знаешь, такой снег? Нет. Садись, я тебе расскажу. Садись. Внимательно только слушай. Я не хочу садиться. Ну, постой тогда. А я хочу сесть. Ну, садись тогда. А не хочу садиться. Ну, тогда внимательно посиди, постой и послушай. А так можешь? Не можешь. Вот. Слушайте. И, ребята, слушайте внимательно, если это скажу. Значит, высоко. Так. Ты всегда меня перебиваешь. Ребята, между прочим... Это не я! А кто? Это снег! Снег? Он же не человек! Ты сейчас все поймешь. Слушай, высоко-высоко в небе я сейчас иду. Я сейчас иду и обижусь, потому что я целый день читал про снег, и как он образуется, а ты мешаешь мне рассказать себе. Все, я буду мешать! Давайте, ребята, послушаем, что такое снег! Так вот, все, слушай внимательно. Слушайте, слушайте, снег, он вообще появляется очень интересно. Высоко-высоко в небе. Вот так высоко-высоко! Высоко вообще там! Холодно! Холодно! Где холодно? Высоко в небе. Да, вот так? Да, да. И пары земли поднимаются высоко-высоко в небо. Так, вот так, вот так, да, вот так, да, высоко. Да, 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 да. Да? Да. И образуют кристаллики. Такие маленькие шестиугольные. А эти шестиугольные кристаллики растут больше и превращаются в белый снег. И опускаются на землю и становятся все белее, потому что уже близко к земле больше воздуха, а снег это вода и воздух вместе. Вот. И ты знаешь, что существует Международный день снега? Он 19 января. Вот. Вот так вот. Понял? Ты запомнил? Ребята, вы запомнили? Лёлик немножко в шоке, но ничего страшного. Ребята! Вы Лёлик такой умный! Ну я же прочитал. Ух ты! Вот, кстати, я теперь буду всегда читать про снег! Кстати, знаешь, где прочитал? Где? На последних страницах твоего журнала. Да? Да. Ух ты, я тоже буду читать на последних страницах. И не только на последних страницах моего журнала. Снег, значит, он падает с неба? Да. Так, давайте попробуем повторить, давай. Ребята. Смотрите, нам рассказал, что снег он падает с неба. Да. Но в начале высоко-высоко-высоко, в холоде. Слушай. А, да, давай повторим. Да, высоко-высоко. Высоко-холодно. Холодно, да? И пары такие, они поднимаются и образуются в кристаллике. Кристаллики. Да-да-да-да-да. И кристаллики начинают падать вниз, потому что они становятся тяжелыми. И когда уже достигают определенного расстояния между небом и землей, вот, они превращаются в снег. Потому что воздух уже в этом определенном месте больше воздуха, и вода с воздухом смешивается и превращается в снег. И уже такие снежинки падают разные. Да, она шестиугольная такая снежинка. Все запомнили? Запомнили? Я точно запомнил. Кристаллики падают на землю, а кристаллики это снежинки. Да. Вот так. Да. А потом из снежинок мы что? Я видел там в окне, там ребята лепят какую-то непонятную, ну эту... Снежную бабу они называют ее. Ух ты, снежная баба. Да, 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 да. А вот кроме еще там... Снеговик. Снеговик? Да, 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 да. А вот еще там они лепят что-то, да. Вот такое построение. О, это крепость. Из снега. Ух ты! Да. Ребята, оказывается, можно из кристалликов слепить крепость. Да, да, да. Ну, знаешь что? О, Зорика, давай, когда выпадет много кристалликов, ну, то есть снега, да. Мы обязательно пойдем на улицу и слепим снежную бабу. Или дом целый. И снеговика. Да. И крепость. Да. А вы нам поможете, ребята? Поможете? Ну, молодцы. Ну, сейчас надо, наверное, посмотреть мультик. И уже пора спать ложиться. Уже будем смотреть мультфильм? Будем. А потом спать. Убиваться. Убиваться. Дети добрые. Да, да, да. И спать. И...
Пальчик, давай смотри. Пошли мультик смотреть. Дай по носу показывай. Давай, кристаллик. Да, идем. Кристаллик. Вот, вот твоя каркушка держи. А моя каркушка? Ты что ее? Что? Что ты? Чего? А, да, каркушка, вот он влево.